Все, прощай, Селина Круз. Наши приключения успешно начались. Я надеюсь, они не закончатся. Мы успешно утопили сумку Самира, но мы ее достали багром. А ты че ржешь? Помоги, она тяжелая. Я хотел вчера начать репортаж с первого дня путешествия домой. Походу я начну раньше его делать вечером репортаж. Проходим иммигрейшн из этой забытой страны, да? Вот Сережа, вот Самир. Макс. Тетенька, поставьте мне печать, я домой хочу. Ребята, мы в такой Хилтон селимся. Но мне кажется, тут закрыто. А, это санаторий, ребята. Отель оказался лучше, чем я предполагал. Вот такая вот гостиница. Вот это зеркало, ребята. Сергей! Ты где? Где? Вы сейчас поедете в мой колледж. Мексико. Украина. Welcome to Mexico. Но мы продолжаем. Самир, я бы с тобой я не ехал никуда. А? Не надо никуда ехать. Макс, тебя там раздену и привезут обратно. Hello, Russia. Hello, Russia. Это не дискотека. Пойдем. Ребята, мы на самолет опаздываем. Мы должны были выехать в 6 часов. Лайфка, давай, поехали. Hello, Hyundai. Hello, Hyundai. Шапка невидимка. Одел и полетел. Я вообще не понимаю, братан, куда я лечу? Мы никуда уже сегодня не летим. Самос. Она спасает жизнь. Я хоть гостиницу сниму. Сними хоть кого-нибудь. Снимает. Кто-то просто отдохнул. Мы едем в самолет. Уже скинешь, да? Всем скину. Я буду молчать. Ведем репортаж из самой Мексики здесь. Забастовки и идти на минут 20. Вот так с сумками я не нанимался эти 20 минут. Конца и края не видно. Что, не могли нормально президента в Мексике выбрать? Забастовка, я вам скажу, здесь так себе. Но проезда нет. Садись. Так, ты канал уже посередине, Курите. Давай мне тоже я Стасу дал. Какому Стасу? Типа он не курит, понял? Вася, посмотри, он ожил. Это первая переправа. Сейчас доедем до второй переправы. Чтобы попасть просто в аэропорт.
второй перевалочный пункт. Вода! Вот он я, Вася. Мы остаемся. Мы остаемся. Дети джунгли. А тебе уже лучше, да? Да. Хорош. Конечно, два моих цитрамона помогают. А где твоя пачка цитрамона? Где? Где-то Макс? Где-то там. Главное до Краснодара добраться. А мы сейчас где? В жопе мира. Мы в джунглях. Мы в Мексике. Мы в джунглях. Мы в Мексике. Завтрак. Ага. Банановые лепешки. Давай, испорть видео. Скотобаза. Вот мы кушаем кашку. А где купили? Вот у тетенек купили мы кашку. Вместе с местными жителями. Так домой я еще не возвращался. Прошло уже минут 10. Мне уже надоело катить мою сумку. Собственно, вот уже подходим к концу. Как вы думаете, чем перекрыли дорогу? Кока-кола. И пальмы тут классные. Вот такая забастовка. Кусил. Я тебе сижу Вася, сфоткай меня. Это же мой друг, Вася. Кусил. Вася, я хочу домой такого. Ну, скажи нам, ух, птичка. Тихо. А мы все еще идем. Давай. Давай еще крути. Good. Where are you from? Мексика. Мексика? Россия. Украина. Окей. Okay. You hipster? 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 Коли мы в клубе, тексты танцую. Самир, нормальная травка? Пойдет. Класс. Оставь им хоть пиво за благодарность. Я денег сейчас дам. Дорожечка. Мы добрались. Таких аэропортов я еще не видел. Очень круто. Вот тут.